Для того, чтобы продлить плодоношение огурцов в сентябре, нужно использовать определенные подкормки. Но для начала нужно замульчировать почву, потому что с наступлением холодов огурцам будет гораздо сложнее плодоносить, а мульча почву утеплит и убережет от перепадов температур. Также мульчирование позволит сохранить естественную влажность грунта, улучшит структуру почвы и предотвратит образование корки на почве. Мульчировать огурцы можно с помощью травы. Рекомендуется отдавать предпочтение клеверу и крапиве. Еще мульчировать можно с помощью листьев, опилок или компоста. А если будете использовать перегной, он сможет не только утеплить корневую систему, но и напитать ее полезными элементами. После того, как вы проведете мульчирование, переходите к приготовлению подкорма. Хорошей осенней подкормкой считается мочевина. Она способствует продолжению роста и развития кустов за счет насыщения огурцов азотом. Для обработки готовьте раствор из 1/2 столовой ложки мочевины и 10 литров воды, после чего опрыскивайте огурчики со всех сторон. Также используйте янтарную кислоту. Средство с ее использованием укрепит иммунитет растения, будет способствовать плодообразованию и бороться с пожелтением листьев. После применения такого подкорма огурцы станут ароматнее и вкуснее. Приготовьте средство, добавив 10 литров воды, 10 таблеток янтарной кислоты, 2 таблетки аспирина, 2 столовые ложки соды, ложку растительного масла и 2 ложки зеленого мыла. Все перемешайте и опрыскивайте огурчики.